Первая стратегия – использовать беспорядок в рядах врага для истощения его сил. В 3 веке нашей эры разразилась вражда между царствами Вэйшу и У, что привело к длительной войне. После смерти Либея, императора Джаули из царства Шу, первый министр Джугелян принял стратегию нападения для защиты, ожидая случая для вторжения в царство Вэй. В 2028 году Джугелян собрал все силы государства и начал северный поход против государства Вэй. Первый министр? Джугелян, первый министр царства Шу. Военный шатер Джугеляна в Даджае. Джанхэ пройдет ущелье Сяо и нападет на вас по дороге в Ватин. Джанхэ не поедет по дороге Баньсу? Это точно? Это точно. Хорошо. Приказ всем генералам. Я лично поведу основные силы для перехвата Джанхэна и неожиданной атаки вдоль дороги Ватин. Однако... дорога Баньсу также очень важна для нас. Крепость Цзитин — важнейшее место. Туда отправить сильнейшие войска. Кто готов сделать это? Я готов. Я приму наказание. Масу, военный советник первого министра. Если что-то пойдет не так. Хорошо. Возьми 25 тысяч опытных солдат. Генерал Ван Пин. Здесь! Вы будете заместителем господина Мао Цзэтиня. Есть! Вэйяни Гаусян! Здесь, здесь! Готовьте подкрепление для Масу, на всякий случай. Есть, есть! Генералы! Если мы сможем победить Джанхэ в этой битве, то мы захватим Чанянь. Северный поход будет успешно завершен. Так точно! Однако великий генерал царства Вэй Джанхэ, вопреки разведке царства Шу, не поехал по дороге Ватин. Вместо этого он повел свою армию по дороге Баньсу и внезапно атаковал Цзэтин. Воины Масу, захваченные врасплох, потерпели поражение и потеряли Цзэтин. Ван Пин рискнул своей жизнью, спасая Масу, Вэйяна и Гаосяна. Армия Шу, потерявшая Цзэтин, была окружена врагами. Джугэляну пришлось отдать приказ покинуть захваченные земли и всем войскам отступить в Ханчжуну. Первый северный поход Джугеляна закончился неудачей. После этого поражения началась тайная борьба не на жизнь, а на смерть между шпионскими управлениями царства Шу и царства Вэй. Возвращение армии Вэй в Тяньшуй. Тяньшуй, эх, Тяньшуй. Наместник, все зовут вас Го Тяньшуй. Если бы город попал в руки Джугеляна, моя спокойная жизнь закончилась бы. Великий человек в первую очередь беспокоится о личном благе. Лю Бэй однажды сказал: невозможно получить в наследство империю мирным путем. Тяньшуй был отбит, что хороший знак. Чэньгун, регистратор Тяньшуй. Я верю, что Тяньшуй будет началом ваших завоеваний в Лунси. Гоган, наместник Тяньшуй, царства Вэй. Сы. Регистратор Чэнь. Надеюсь, твои слова сбудутся. Ветер поднялся. Военный лагерь Джугеляна в Ханчжуне, царство Шу. Масу, военный советник первого министра Шу. Время пришло! Советник Ма, прошу. Остановитесь!
Приветствую, советник Ли. Машу, он же магистратор UEC, советник первого министра. Кто приказал казнить его? Это приказ первого министра. Ли Мяо, советник первого министра. Первый министр! Первый министр! Прошу вас, помилуйте Масу! В прошлом Суньбинь смог победить, потому что строго следовал законам. Со всех сторон враги, и война только началась. Как мы можем отречься от законов? Война продолжается. Казнь умного и верного командира — огромная потеря для царства Шу. В Цинь помиловали Мэнмина, и с его помощью завоевали более 20 земель. Прекрати нести чушь! Цзетин — важнейшая крепость для нас. Масу принял приказ, поклялся жизнью родных, что удержит Цзетин. И что в итоге? В итоге наша армия разбита и отступила из захваченных земель. Как я поведу армию, если не казню виновных? Первый министр, по вашему приказу Масу был обезглавлен. Назначьте выплаты семье Масу. И ежемесячно снабжайте их зерном. Слушаюсь. Генералы, если мы сможем победить Джанхэ в этой битве, то Чаньянь будет захвачен. Северный поход успешно завершится. Слушаемся! Масу не выполнил приказ. Он сам в этом виноват. Ян И, глава штаба царства Шу. Почему вы жалеете о нем? Я не жалею о нем. Я и не думал, что северный поход закончится такой неудачей. Первый министр, несмотря на то, что потеря Цзетина полностью вина командира Масу, но сведения об Айди были абсолютно ложными. Я имею в виду, что среди нас мог затесаться шпион царства Вэй. Внутри нашего разведуправления оказалось много дыр. Найдите их. Да. Несколько дней спустя. Уезд Нанчжэн, царство Шу. Разведывательное управление. Фэнин, секретарь разведки царства Шу. Вы уверены в этом? Сведения написаны тайными знаками. Это маловероятно, что предатель — обычный работник. Вы имеете в виду, Байди мог быть в этом замешан? Или его подставили шпионы Вэй? В прошлом году в царстве Вэй было создано подобие нашей разведки и контрразведывательного управления. Оно не подчиняется местным органам власти. Отчитывается центральному секретариату в Ичэне. Их главная задача — проникнуть в нашу разведку и передавать нам ложные данные, чтобы сбить нас со следа. Мой информатор сообщил, что шпион Вэй уже внутри нашего разведуправления. Мы провели внутреннее расследование, но этого мало. Что произошло? Что именно пошло не так? Этим делом заинтересовался сам первый министр. Наше управление уже послало еще одного шпиона в Чаньшуй, чтобы допросить Байди. Пока отчета нет. Мне плевать на детали, мне нужен только результат. Глава Ян, это дело и правда очень сложно. И это тоже только ваша проблема.
Фэнин, немедленно выясни, что произошло с разведкой в Цзетине. Это первоочередно. Из-за неудач северного похода первый министр находится под давлением. Северные походы, война на юге — самые острые вопросы. Ли Янь подготавливается к войне на юге с царством Му, чтобы отомстить за поражение покойного императора в Илине. Я также слышал об этом. На стороне генерала Ли Яня две знатные семьи в Динчжоу и Ичжоу. У них свои эгоистичные мотивы. Им не нужны интересы первого министра. Завтра я вернусь в Чэнду с первым министром. Кто-то должен взять на себя вину за провал северного похода. На заседании совета неизбежны волнения. Я знаю это. Сразу же сообщайте о любых новостях от Байди. Не провожайте. Тяньшуй, царство Вэй. Лин Лянь, шпион царства Шу. Господин, сколько стоит эта лошадь? Трактир Буйвол. Бордель «Драгоценная империя», Тяньшуй, царство Вэй. На этот раз мы победили армию Шу абсолютно случайно. И все это потому, что губернатор Го Хуай и вы, наместник, выманили основные силы армии Шу и заставили Джугеляна отступить. Сколько раз говорил тебе, перестань называть меня наместником. Наедине можешь звать меня просто Идин. Скажи мне, ведь Джугелян хитрый и мудрый человек. Как он угодил в эту ловушку? У мудрого человека много дум, возможны просчеты. Не тот случай. Потому что у нас есть Джулун. Джулун? За 10 дней до выступления войск Джанхэ их план наступления был раскрыт. Кто раскрыл? Шпион Шу. Байди. Идин. Байди? Байди — это просто миф. Нет, это не миф. Именно этот Байди украл сведения о внезапном наступлении войск Джанхэ на Цзетин и ночью передал сообщение армии Шу на горе Ци. Если у армии Шу были сведения, почему они не подготовились? Потому что Джулун заменил сообщение. И правда, Джулун впечатляет. Говоря о Джулуне, он был шпионом командующего и недавно встал под мое управление. Я не ожидал, что он сразу же сделает мне такой подарок. Теперь понятно. Теперь понял, почему ты рассказываешь мне эту тайну. Надо выделить ему денег в награду? Я подумаю. Ах ты, маленький счетовод. Не будь таким скупердяем, хорошо? Хотя на этот раз мы выиграли. Но этот Байди... все еще наша главная проблема. У них есть Байди, но у нас есть Джулун. Чего бояться? Джулун сообщил, что разведуправление царства Шу отправило нового шпиона. И он уже приехал в Тяньшуй. Его цель — выяснить у Байди все, что произошло в Цзетине. Надо быть осторожными. А то еще узнают о Джулуне. Простите, где трактир Буйвол? Трактир Буйвол прямо по улице. Джулун очень хорошо скрывается. Никто, кроме нас с губернатором, не знает, кто он такой. Это, возможно, лучший шанс. Шанс для чего? Шанс поймать Байди живым. Доклад. Шпион Шу продвигается на запад к улице Юньцю. Мичун, глава разведки царства Вэй в Тяньшуй. Идите за ними, следите, с кем он будет говорить. Есть! Окружите его, держитесь на расстоянии.
Есть! Чуешь? Запахло мясом. 2 часа, Сыджи. Дай мне 2 часа, и я покажу тебе отличное представление. Трактир «Буйвол». Лян Дзянь, советник командующего разведки Вэй. Давай. Господин, сколько столиков хотите заказать? 7. Позовите Хуалань и Шуанце. Почему не танцуют? Куда они? Дом «Облачный цветок» недавно нанял 2 красавиц из Данту. Невероятно очаровательные. Я представлю их вам. Но губернатор не раз запрещал офицерам и солдатам посещать куртизанок. Командир твой родной дядя. Если захватишь Байди живым, это будет огромным вкладом в величие Вэй. Что такого в том, чтобы отпраздновать это заранее? Тогда только разок. Никогда не повторять. Только разочек и больше никогда. Шуаньсе, Хуалань! Бордель «Драгоценная империя». Господин, где уборная? Выйдите и поверните на восток. Я скоро вернусь. Последний ход. Вот. Извините, позвольте пройти. Ты идешь с нами. Время пришло. Стой, стой! Здешние ночные спектакли невероятны, поверь мне. Спектакль, который я тебе покажу, в 100 раз лучше. Быстро, быстро! Чэнду, царство Шу. Я, не имея талантов, получил недопустимо высокий пост и военную силу. Командуя армией, я не смог дисциплинировать солдат из-за моей чрезмерной осторожности. Советник Масу не исполнил мой приказ и потерпел поражение. Я не смог вовремя предупредить эту ошибку. Я виновен в том, что назначил ненадежного человека. Я... неверно выбрал командира и ошибся в своих расчетах. Командир виновен за поражение, и это все моя вина. Прошу, понизьте меня на 3 ступени во искупление моих грехов. Ли Янь, генерал союзных войск Шу. Подданный. Виновен и сожалеет. Принимаю свое наказание. Прошу, встань. Спасибо, государь. Спасибо, Ваше Величество.
Лю Чань, император Шу. Поражение и победы – обычное дело для генерала. Не вини себя, первый министр. Первый министр потерпел поражение. Мы настаиваем на понижении. Генерал, я с вами не согласен. Министр с одного боя захватил 4 округа. И это очень впечатляет. Но в итоге он их потерял. Это то же самое, если бы он их не захватил. Управлять государством надо строго по законам. Если не соблюдать законы, государь потеряет доверие людей. Генерал Ли прав. Главнокомандующий должен ответить за провал Северного похода. Меня следует сурово наказать в назидание всей армии. Первый министр гордился своими победами и не стал мстить царству за поражение покойного императора. Бездумно отправил 100-тысячную армию в атаку на царство Вэй. Его Величество послушался Ли Яня и понизил вас до правого генерала, зампервого министра. Я сам просил Его Величества, чтобы меня понизили на 3 ранга. Его Величество был снисходителен. Боюсь, что Ли Янь не так прост. Он хочет захватить военную власть. Император обозначил в приказе, что я все еще командую армией. Первый министр, остерегайтесь Ли Яня. Империи грозит опасность. Мы должны видеть общую картину. Уступай в интересах Родины. Сотрудничество выгодно всем. Кстати, как проходит внутренняя проверка в разведуправлении, о которой ты говорил? Еще ведется. Уезд Нанжен, царство Шу. Хорошо подумал. Сюнь Сюй, замглавы разведуправления Шу. Я говорю правду. Повтори это еще раз. В молодости Чэнь Гун увлекался всякими предсказаниями. Он был учеником Ли Яня, помощника генерала Шу. Ты рекомендовал взять его в разведуправление, да? Да. Чэнь Гун – мой близкий друг и названный брат. Что еще? Его жена Ди Юэ. Моя двоюродная сестра. И тоже шпион под прикрытием, внедренный мною. Я отправил ее в секту Усянь. Она возглавляет департамент внутренних дел по сбору информации о сектах и школах. Кто-нибудь еще в управлении знает об этом? Она отчитывается только мне. Никто больше не знает. Продолжай. Я не знаю, что еще сказать. Освежите его память. Мало того, что ввел тебя в разведуправление, так ты еще и зятем мне стал. Ага. Как же я жалею об этом. Чего это? Шпион навсегда остается шпионом. Вы будете редко видеться и надолго расставаться.
ЮР будет очень тяжело. Брат, о чем ты говоришь? Как мой муж, Чингун должен следовать традициям нашей семьи, да? Ага. Да. Семьи Сюньи более века служат семье Джуге из Ланья. Мы поколениями были шпионами. Это наша миссия. Если бы наши семьи не рисковали, первый министр Джуге не смог бы стать во главе нашей страны. Следи за языком. Как ты можешь так неуважительно говорить? Я правду говорю. Из всей семьи остались только мы. Ты мне как отец, брат и мой личный шпион. А я? Меня забыла? Обожаю, когда ты так говоришь. Может, вы дома поговорите об этом? Ладно, забудь. За будущее народа Хань. Какое именно будущее? Будущее без войн. Будущее, в котором люди смогут жить счастливо. Хорошо сказано. Еще настаиваешь на том, что Чэньгун не предатель? Чэньгун никогда не предал бы нас. Почему ты так веришь Чэньгуну? Я верю ему как самому себе. А ты упрямо несговорчив. Но будешь ли ты таким же перед опасностью государственного масштаба? Что вы имеете в виду? В управлении для вас есть задание. Сможешь ли ты быть таким же стойким? Конечно, смогу. Поместье Лияня, Чэнду, царство Шу. Генерал, вы сегодня поздно. Был на встрече кое с кем. Все они из богатых и знатных семей Вэйчжоу. Они все недовольны деспотизмом Джугеляна. 4 часа назад приходил Ян И, управляющий поместьем первого министра. Он сказал, первый министр Джуги предложил императору повысить вас до командующего кавалерией, а ваше место генерала Дзянчжоу отдать молодому господину Ли Фэну. Для чего? Я что, просил его об этом? Ян И передал, что первый министр ограничился 2 предложениями. Уступая в интересах Родины, сотрудничество выгодно всем. Я ему не доверяю. Ты раньше говорил, что шпионы Вэй проникли в разведуправление. Узнал, правда ли это? Ян И создал это управление. Что там происходит, трудно узнать. Никогда не поверю, что мы не можем узнать. Найди способ раскопать все это. Да. Выходит, вы с Чэньгуном больше не связывались? Нет. Знаешь, где он? Я, как замглавы департамента внутренних дел, хорошо знаю правила. И не задаю вопросов. Ага. У меня есть кое-какая информация для тебя. Может, ты уже знаешь. Покинув уезд Наньчжэн, Чэньгун был отправлен в Вэй на службу Го Хуаю, замкомандующего войсками Вэй.
За военные подвиги его назначили военным комендантом и регистратором в Тяньшуй. Он отвечает за поставки провианта на Западном фронте Вэй. Он действительно работал на нас. Его кодовое имя Байди. Чэньгун — это Байди? Это главный секрет. Как только шпион Шу вошел в Тяньшуй, мы тайно выследили его. Он ничего не заподозрил. Похоже, что разведданные Джулуна очень точные. Мы следовали за ним до трактира Буйвол. Мы решили, что шпион Шу там запланировал встретиться с Байди. Никто не ожидал, что произойдет несчастный случай. Что случилось? Тогда я был там. Шпион Шу неожиданно напал на нас. Есть подозрение, что кто-то дал ему наводку. Да, я тебя спрашивал. Наместник. Теперь, когда подозреваемый объявился, это значит, что у нас есть ключ к разгадке. Ключ к разгадке? Ты уверен? Я хотел устроить тебе спектакль, но они все испортили. Я твой должник. На самом деле, начальник Ми был прав. Если Байди в Тяньшуе, мы поймаем его рано или поздно. Не тревожьтесь. Надеюсь, что да. Кстати, сегодня я прекрасно провел время. Но в ближайшие дни буду занят делами армии. Освобожусь, отведи меня туда снова. Хорошо, не ходи без меня. Не пойду. Ладно, мне пора. Не нужно, оставь. Дождь заканчивается, не нужно. В эти годы Чэньгун шпионит в Вэй и отправил нам много ценной информации. Первый министр лично возглавил армию для похода на Вэй и успешно начал войну. Только два уезда Гуанвэй и Лунси стойко оборонялись. Царство Вэй было в опасности. Джанхэ отдали приказ ввести более 100 000 солдат Вэй ночью из Гуанчжуна через гору Луншань. Главный секрет армии Вэй был в том, что никто не знал дорогу, по которой Джанхэ перейдет гору Лушань и нападет на нашу армию. Первый министр, не зная, как поступить, получил разведданные от Байди. К сожалению, это была дезинформация. В результате крепость Цзитин была потеряна, а план первого министра по северному походу был полностью провален. Ну как? Ты спокоен теперь? Нет. То, что его там не было, не значит, что его ничего не связывает с Байди. Ты просил меня его выманить. Я это сделал. Попросил убить кого-то в назидании другим, я и это тоже сделал. Не скрывая ничего, он был честен со мной. И ты все еще подозреваешь его? Шпион Шу украл нашу военную тайну. Наместник, это огромнейшее преступление. Мы не можем подозревать без оснований. Из круга подозреваемых наша военная разведка исключила всех, кроме Чэньгуна. Какую военную тайну может знать Чэньгун, будучи простым регистратором в Тяньшуй? Регистратор отвечает за снабжение фронта. Отследить тайное передвижение войск по поставкам провизии не составит большого труда. Это не основание для подозрения. Есть другой вариант. Может, Чэньгун был разоблачен, и сообщение отправила армия Вэй? Не питай иллюзий на этот счет. Чэньгун предал нас. Месяц назад я послал шпиона в Тяньшуй расследовать дело о ложных данных про Цзитин. Шпиона вычислили. Армия Вэй нашла его, и в одном из трактиров его зарезали. Кроме меня, только Чэньгун знал местоположение этого шпиона. За 10 дней до отправления армии шатер командующего вдруг загорелся. В это же время сведения были украдены. И Чэньгун был там тогда? Прекрати нести эту чушь!
Командующий заболел, и именно я просил Чэньгуна регулярно привозить ему лекарства, чтобы показать свою почтительность. Это я его туда послал. Или ваша контрразведка меня тоже подозревает? Я не смею. А я вижу, что смеешь! После пожара в шатре командующего, все присутствующие там были арестованы для дознания. Чэньгун вышел только через 7 дней. Но в это же время Байди послал донесение на гору Ци. Если бы Чэньгун был Байди, как бы он отправил донесение? Слетал бы? Снимите доспехи! Уйдите прочь! Ты поедешь в Тяньшуй. Отправляете меня? Да, тебя. Секретарь Фэн, я никогда не работал во внешней разведке. Теперь у тебя появился шанс. После возвращения назначу тебя главой департамента внутренней разведки. Допрос сегодня был проверкой для тебя. Ты человек с непоколебимой верой. Именно это поможет тебе выполнить задание. Ты очень преданный и верный друг. Но ты должен знать, у истинной верности есть разные значения. Верность стране и ее защита должны быть выше всего. Когда его встретишь, не вступай с ним в перепалку. Попробуй узнать, сколько наших секретов он выдал. Как только расскажет все, уничтожь предателя на месте. Этот кинжал смазан сильным ядом. Перестань колебаться. Иди готовься к дороге. А еще чай, который ты только что выпил, тоже отравлен. Вы в течение 3 месяцев вернись за противоядием. Так уж оно мне нужно? Это правило. Я должен так сделать. Поместье Чэньгуна, царство Вэй. Вы вернулись. Поговорим в доме. Люди из военной разведки заметили тебя? Сегодня все прошло так быстро, я не успел проверить. Но я мог оставить следы. Передавай сведения шпиону. К счастью, тебя мало кто знает. Даже если раскроют, не смогут ничего выяснить о тебе. Ладно. Мне тогда лучше не выходить пару дней? Да. Вы под подозрением? Гоган все еще доверяет мне. Гуджен просит встречи с вами. Я не могу. Отправь ему предупреждение. Пусть скроется на время. Хорошо. Ситуация опасная. Разведка не перестанет расследовать дело Байди. Боюсь, что вас что-то еще беспокоит. На сегодняшней встрече Мичун сказал, что о прибытии шпиона Шу в Тяньшуй доложил Джулун, агент под прикрытием. Джулун? Сегодня Гугань сказал мне, что наша армия потеряла Цзитинь, потому что разведданные, которые я послал, подменили. Уверен, что это сделал тот самый Джулун. Что? Как это произошло? Разведуправление никогда не поверит, что донесения подменили.
Вероятнее всего, они решили, что это я послал ложные сведения. И поэтому они отправили для расследования другого шпиона. Но этот шпион мертв. Вас станут еще больше подозревать? Военная разведка Вэй подозревает, что я Байди. А разведуправление Шу считает меня предателем. Если на вас охотятся и те, и другие, вы многим пожертвовали ради страны. Я уверен, что все недопонимания вы однажды сможете прояснить. Моя главная проблема сейчас — то, что шпион из Вэй проник внутрь разведуправления. Мои каналы связи небезопасны. Нужно скорее найти способ, как можно скорее оповестить разведуправление Шу о существовании Джулуны. Но... как это сделать? Как это сделать? Случилось кое-что интересное. Думаю, вы понятия не имеете. Идем за мной. 24 военные стратегии из Лунси. Стратегия первая — заменить балки гнилыми подпорками. В царстве Шу поднялся ветер, крепость Цзетин потеряна, Масу обезглавлен. И все это из-за подмены сведений, отправленных шпионом Шу. По данным с передовой от агента Чэньгуна, шпион по имени Джулун проник в разведку Шу. И этот Джулун подменил сведения и убил сразу двух зайцев. Поддельные данные привели к провалу северного похода. Первый министр Джуге, опора царства Шу, был наказан за это. В царстве Шу это хаос. В разведуправлении Шу ощущается будущий ветер перемен. Секретарь Фэн, желая узнать, является ли Байди предателем, устроил Сюн Цюю проверку пытками и заставил рассказать, что связывает его с Чэньгуном. Чэньгун — мой близкий друг и названный брат. Сюн Цюй прошел проверку, показав свою преданность и решимость докопаться до истины. Секретарь Фэн отправил его убить Байди. Спросите, кто же такой секретарь Фэн? Секретарь Фэн, он же Фэн Ин, начальник, отвечающий за разведку, а также мой шурин. Надо ли было это говорить? Думаю, да. Но, дорогой мой шурин, Сюн Цюй и Байди — названные братья. Как ты можешь настраивать их против друг друга? Сможет ли Байди узнать, какая тайна скрыта за ложными сведениями, переданными в Цзетине? Сможет ли Сюн Цюй убить своего названного брата Байди? Дамы и господа, я, Сяо Сунь, скоро предоставлю вам сведения своей эксклюзивной разведки.
无穷的阻挠，让我